Вещи собираем и все уматываем отсюда. Следующий влог будет из этого места, куда мы летим. Ну что, ребят, всем привет. Добро пожаловать в мой новый влог. Меня зовут Юля Годунова. И я надеюсь, что вам очень понравится. Мы в Дохе. Смотрите, какое у меня красивое начало влога. Мы как будто мы в какой-то серии. А почему-то? Потерять камеру. Покажи. Такой винтажный эффект. Да. Это весело. Юля, ответьте всего на пару вопросов, пожалуйста, я прошу. Всего один вопросик. Смотрите, как тут. Это супер мини фанты. Швепсы и колы. Еще тут много еды. Всем доброе утро. Мы прилетели уже на остров. Что-то мы какие-то свежие, да? Ребята, это пипец, смотрите. Это же просто... Невероятно! Это комплимент. Дима, мы будем пить твой комплимент? А ваш? Будем. Так, вот. Такая у Димы комнатка. Ребята, ребята, это же пипец какой-то. Смотрите, смотрите, смотрите. Пипец. Welcome! А вот и наш личный пляж, прикиньте. Вот он, покажите. Вот этот. В общем, тут у нас зона для еды, прям под боком. Вот, а здесь пойдем. Работает он? Да. Мама. Мама. Ну, в общем, вы поняли. Главное, меня снизу не снимать там, с той стороны. Я буду как рыболовная сетка. Ты будешь как... какой-нибудь продукт в сетке такой. И сразу же нас убило. Добро пожаловать. Это дом Димы. Это мой. Это дом наш с Владом. Это Юлия и Влада. Это наша зона общая, где мы будем играть в настолки. Мы конечно. Же сюда за этим приехали. И вот наш басик. Есть такой. Мы уже покупались. Тут полежали, там полежали. Идем. Ну, в общем... Мы уже окунулись, все опробовали здесь. Вообще объясню, зачем мы сюда прилетели. Нас пригласила команда TikTok Russia для коллаборации с Huawei. То есть мы будем снимать очень прикольные видосы в TikTok на телефоны Huawei. Мне кажется, это будет очень весело и прикольно. Мы пришли на обед. Мы уже покушали, сейчас нам принесли фрукты. Смотрите, нам выдали велики и сказали, катайтесь по этому острову. Он очень маленький, он вообще буквально 15 минут на велике, но мы проверим. И, ну, реально очень клево. Очень красиво.
искусственный. Это не акула. Это акула. Блин, круто. Ребята, это полный. Baby shark, baby shark. Капстец. Ребят, вот такой у нас выход из виллы. И мы... Сегодня второй день. Но сегодня, в общем, у нас планы, как и каждый день, это бесконечно фоткаться, снимать видео и все такое. Чем мы, собственно, занимались этим утром. Сейчас уже день, мы пообедали и там, смотри, идем... Там, нами еще не убрали, осталось все. О! Идем фоткаться на теннисный корт, потому что он просто суперский, смотрите. Не знаю, насколько это на камере понятно, но, в общем, фотки сейчас будут суперские. Погода здесь... Дима! Бывает. Почему я это не сняла? Это летучая лиса, и она... Вы не... С хвостом я видел свой. Она про... Это нереально. Как вам интересно было, наверное, это видеть мое лицо, да? Не видя, на что я смотрю. Как тут красиво, просто посмотрите. Начался дождь. Мы ждем, пока он закончится, потому что он идет. Не сюда так ходить. Не о. О, вау. Вау. Блин, хотел солнце ставить, но я сюда фон. Да. Вот такие мы фотки уже сделали. Мне. Все выбирают вторую. Прикиньте, я спросила, первая или вторая, и все выбирают вторую, а я за первую. Ой, сори. Кому интересно, вот мой инстаграм, подписывайтесь и такое. В общем, пришла только что завтрака, что-то с погодой произошло. Короче, у меня появилась такая идея. Наверняка многие смотрели, может и нет, на Западе есть такая прикольная тема. Блогеры снимают видео, где читают интересные какие-то истории, которые им пишут подписчики анонимно. Я решила, что я тоже такое хочу снять. Где вы сможете мне все это писать? Вы знаете наверняка все. Ask.fm – это сайт, где можно задавать анонимные вопросы, либо просто писать анонимно мне в профиль. У меня уже давно есть Ask, может, многие знают, я прям его очень давно вела раньше. И там вы сможете написать все свои интересные истории из лагеря, может, что-то из школы, может, что-то у вас произошло недавно. Но вы очень сильно стесняетесь этого или вам стыдно об этом рассказывать. Но анонимно это не так сложно рассказывать, поэтому у вас будет шанс написать все свои истории, а я прямо в следующем видео буду вместе с вами их читать, вместе посмеемся, покажу свою реакцию и, в общем, не знаю, будет, думаю, весело. Сможете там задать мне любые вопросы, можете анонимно, можете нет, и я смогу ответить в этом же видео на вопрос. Вот такая у меня идея по поводу следующего видео. Ссылка на мой профиль в Аске у меня будет в описании, так что переходите. И надеюсь, что следующее видео получится прикольным. А я, наверное, пойду, потому что сейчас начнется дождь. У нас сегодня японская кухня. Нет, это не так, это с мясом. Ну, у Влада не совсем. Она какая-то очень дорогая. Доброе утро, ребятки. Ну в чем? В чем? В шоколаде у тебя рот. А что ты сразу не сказала? Я занялась тем, что хотела влог снять. Смотрите, это наше место для завтрака. Очень видно. Спасибо, Юль, что показала, что внутри. Я завтра покажу, обещаю. И мы идем на свою стоянку, где припаркованы наши тачилы. Где моя? В общем, у нас план такой. Мы с Димой едем на виллу, чтобы там собраться, тра-та-та, 3 рубля, что-то поделать. Владик захотел сходить в зал, позаниматься спортом. Мне кажется, что мы потерялись слегка. Знаете, мы немножко погуляли тут по солнцу этому, как видите, тут солнце прям. Поняли, что то, что здесь идут дожди периодически, часто, это лучшее, что может происходить на этом острове, потому что благодаря дождям здесь очень свежо и прохладно, и очень круто. В общем, миллион плюсов, поэтому я, как и на Бали, на самом деле советую ехать не в сезон, якобы туристически, потому что солнце вот
Сегодня буквально первый день, как оно прям постоянно светит. И это прям вообще, не знаю, видно вам, но я вся мокрая просто. Очень жарко. Вот такая у нас чильная ситуация. Я лысуя. Мы пришли на ужин. Завтрака, конечно же. Так что я вам покажу завтрак. Мне прикалывают эти штучки, вообще так прикольно выглядят. Ой, закончились это драники. Класс. Омлет без проблем, стресс. У меня прям камера запотела. Манго, хочу манго. Как-то он сегодня с новым настроением манго делает. Вот здесь моя любовь находится. Это фреш, прям самый вкусный. Его сейчас убрали, в общем, с манго. И ватермелон, конечно же. И еще посмотрите, шоты. Но это на самом деле полезные, типа, для почек. Выпьем? Любовь. Давай пей. Блин, ты снова взял эти штучки? А я тоже хотела. А знаете, что мы делаем? Нет, мы не отправляемся с вами в ванну. Мы снимаем клип. Приеду с Мальдив и буду записывать песню. А клип мы уже снимаем. Мне кажется, что он может получиться классным. Ну что, первую сцену мы сняли, тут остались роскоши, остатки, все грязное, все висит, видите? Я вам только такое на бэкстейдже могу показать, потому что клип вы скоро увидите, и он будет, наверное, безумно крутым. Но вы учтите тот момент, что мы снимали его вдвоем с Димой. Можно сказать, Дима снимал, смотрите, сколько я в воде лежала, что даже пальчики. Так что, без всяких там... придирок. Смотрите, какое сейчас небо безумно красивое. У нас обед, мы сегодня обедаем в тайском ресторанчике. Тебя не смущает, что ты начинаешь записывать влог только когда мы кушаем? Об этом хотела сказать, подумать, но предыдущий кадр был, как мы клип снимаем, так что пока. Мы взяли все одинаковое блюдо. Вот да, просто конкурс, у кого лучше фотка. Я за Диму голосую. Я забыла вам показать закат. Сняла прямой эфир. Все сняла, все показала. А во влог не показала. Сейчас не покажу. Блин, ну уже вот такой закат, он уже закончился. На самом деле. Но все равно безумно красиво. Начало моего влога, точнее, я его сняла, и оно в начале. Но вы же смотрели начало.
Дима. Что-то подписывали сейчас? Нет. Нет. Мы до этого добрались. Мы идем покорять океан. Мы куда едем? Добро пожаловать. Не знаю, судя по Диме, да, мы просто пришли. Дима себя как дома. Все такие не при параде. Это мой остров. Ой, тошниловка какая-то. Че, на первых эмоциях, пока только вылезли, как тебе? Ну, кайфово, кайфово. Что-то ты ноет. Первый раз, да? Да. А ты? Нет? Да. Ну, клево. В общем, да, я первый раз. Хотелось снять на глаза. Да, я же показывала. Очень красиво. Мы еще с ребятами, короче, Ладом и с Димой между под водой. Я не увижу, снимали, я надеюсь, снимаю. Мы под водой друг другу всякие знаки показывали, типа там вот, то, все. Типа, я такая показываю, типа, фоткаю, смотрите, я фоткаю глазами. В общем, мы видели кучу всего. Мы увидели угря, я так испугалась. Да. Вот такое огромное черное просто. Мне больше всего впечатлила эта ракушка, которая открывалась. Да, вообще, там ракушка открылась. А еще я огурец видела. Смотри, я акулу видел. А, смотрите. Акулу видел. Где? Это ты сверил? Это, да, Влад принес. На, я достал. Он так резко пошел на дно, я испугалась. В общем, это было очень-очень круто. Прям. Это сувенир. Да, вообще. Давай сумку была. А, нормально. Короче, это супер, это класс. Кто не верит, тому в глаз. Смотрите, как прикольно. Это красиво. Тут еще и кушать можно. Все, пишем. Ай, было видно руку. Все, мы уже едем к нашему самолету. Фига, шумахер, конечно. Вон наши тачки. Разбираем всякие вопросы, решаем перед выездом. Чтобы все было уплачено. Вот наш босс. То Юля весь алкоголь на баре выпила, и теперь очень много денег нужно. What happened? Вон наш босс, он pay. Thank you. Thank you very much. Bye bye guys. Bye. Nice to meet you. Thank you. Пока-пока. Попа классная, не скрывай ее. Правда. Спасибо. Я очень классная. Пока-пока. Кирс, все, давайте, пока-пока. Все, Влад, не скучайте, я знаю, что будешь скучать. Все, пока, босс. Пока. Вы как хозяева этого отеля. Ой. А вы монетку хоть бросили, чтобы вернуться, да? Блин!